Ты хочешь стать мастером асатогари и продолжать совершенствоваться в дзюдо? Мы подготовили 16 крупных экспертов, готовых обучать тебя. Посмотри на японского тренера мужской сборной в среднем весе Юсуки Канамару. Если ты тренируешься самостоятельно, он научит тебя тандоку риншу, также известная как тренировка с тенью, специально для асатогари. Затем перейдем к основам с Бартоном, где ты узнаешь мельчайшие подробности о том, как нарушить равновесие соперника, каких ошибок следует избегать и как выполнять классическое асатогари против правосторонних и левосторонних соперников или в нестандартной позиции. Научись атаковать с асатогари на дистанции с олимпийской чемпионкой Люси Дикази. У нас есть много олимпийских чемпионов, готовых обучать тебя. Это Козе Иноэ, Кейджи Сузуки, Кион Джон, Марк Уцинга, Оли Бишев, не говоря уже о многих других экспертов в асатогари, которые будут у тебя под рукой. Уго Легран, Тимур Холек Давадош, Винстон Гордон, Нил Адамс, Грег Валли, Дарсел Янзи. Выбирай учителей и начинай совершенствоваться уже сейчас и в дальнейшем все время. Чего же ты ждешь?